Всем привет, с вами снова Вэмп, и вот купил себе на днях HDMI сплиттер. Ну, не совсем такой, правда, какой хотел, он всего лишь на один порт для входа и 4 на выхода. Мне как бы надо было наоборот, чтобы 4 было на вход и 1 на выход, но таких, скорее всего, нету, либо они у нас не продаются. В общем, зачем взял? Ну, для того, чтобы миновать HDCP защиту на консоли PlayStation Vita TV своей и на PlayStation 3, потому что я все свои консоли от компа перенес, там, где у меня стоит другая плата видеозахвата. Я, короче, перетащил все к внешней плате, а так как у нее проблемы с пережевыванием этой HDCP, пришлось докупать сплиттер, чтобы можно было записывать. Ну, по крайней мере, теперь, благодаря вот этой вот хреновине, я могу вечером сидеть у себя на кухне и записывать видюшки с консоли. Так что они будут сейчас выходить гораздо чаще, нежели ну, то, что я просто иногда раз в пятилетку подключаю и что-нибудь записываю. Ну, в принципе, какие тут характеристики, если вам нужно посмотреть. Ну, как видите, подключать к этому HDMI сплиттеру можно как консоли, так и ПК, DVD-плееры всякие, какое-то там, наверное, записывающее оборудование. Ну, и выход у него идет на 4 монитора сразу. Ну, то есть, получается, ну, доставать я его сейчас не буду. Вот так вот он выглядит, это как бы вперед и назад его, правда, одновременно совместили. Так, это HDMI вход, то есть любую консоль, телек, видеокарту вы подключаете сюда, а с вот этих 4 вы выводите на свои экраны или экран, если он у вас один. Так, с той стороны у нас чего? Ну, в принципе, небольшие характеристики, то есть он пережевывает. У нас 480p, 576p, 720p, 1080i интерлейсинговое и 1080p разрешение экрана. Вот, то есть никаких 4К всех современных, да, они в принципе на старых консолях и не нужны. Ну, форматы HDCP, VGA, SVGA, XGA, SXGA и UXGA. Так, ну вот он написано совместим с HDCP протоколом, то есть на него никак не ругается никакое записывающее оборудование. То есть если через него пропустить, допустим, ту же самую консоль PlayStation 3. Ну да, поддерживает максимум он разрешение 1920 на 1020. Ну и включая, соответственно, уже перечисленные. Так, ну и у него повышенная дальность передачи сигнала. То есть если вам нужно подключить, ну допустим, телек в одной комнате, а консоль у вас какого-то хрена будет в другой комнате, то, в принципе, вот такой HDMI сплиттер может выдержать эту дальность в несколько метров. И, ну, так. Либо такие вот используются во всяких рекламных магазинах, типа несколько телеков подключают к одному вот этому HDMI сплиттеру, и они показывают одну и ту же картинку, ну, на большом расстоянии. Ну, в принципе, мне это не надо, эта фича в нем есть. Так, он совместим с DVI разъемом, используя HDMI to DVI адаптер. Ну, то есть переходничок. Как сказать? Нет, у меня такого нет. У меня где-то был VGA DVI. Ну, принцип тот же самый. С одной стороны это DVI вход, с другой стороны HDMI выход или наоборот. Ну, plug and play, то есть можно подключать к нему видео сразу, то есть не выключая его перед этим и втыкая, а прям во включенный, то есть никакого вам сгорания приборов не будет. Так, у него металлический корпус, что очень удобно на самом деле, если его случайно уронить, ну, это никак не повлияет. Так, ну, LED, это вот эти лампочки, короче говоря, подсветка, вот они, в том, что работает и то, что поступают сигналы. Ну, и у него единственное, да, он подключается к розетке, то есть у него розетка идет на 5 вольтов. Ну, имеется в виду не розетка 5 вольтов, а его вилка, короче говоря, куда вставляется. То, в принципе, все, что о нем можно сказать, что он поддерживает 1080p и то, что он мне нужен для записи. Что тут у нас еще написано? На секундочку. А, ну да, ну, подключаете 4 HDMI дисплея в одно и то же время и с одного видеоисточника. Все видео и аудио интерфейсы будут выглядеть
Ну, очень качественно и почти что натурально. Ну, короче, видео, картинка будет классной. Ну, в принципе, проверим сегодня. Тут то же самое написано. Ну, в принципе, вот оно мое новое приобретение. Ладно, все-таки надо будет записать то долбанное видео, которое я обещал, о том, как подключить к плате видеозахвата внешней консоли. Ну и плюс, наверное, вот эту штуку тоже туда включу, потому что, ну, как миновать HDCP-защиту вместе с ним. Ну ладно, все, спасибо за просмотр, с вами был Эмп, и всем пока.